Так, ну что, я тут немного побегал, посмотрел, как оно вообще управляется. Немного под себя управление подогнал. Играю на ПК. А, соответственно, в арсенале у меня мышь и клавиатура. Наверное, на джойстике было бы немного удобнее, но не практикую этого. Более привычно все-таки ПК-шно. Поэтому будем смотреть. Немного долго оно все разворачивается, но зато более-менее плавно смотрится и, в принципе, неплохо выходит. Получается в конце. Так, будем знакомиться с миром. Посмотрим, на что способен мой персонаж, что он вообще себе представляет. Хочу попробовать себя в бою. Не буду скрывать, смотрел несколько выпусков ознакомительных скорее, нежели каких-то прохождений. От Коплинова не особо мне понравилось, как он играл. Не особо мне понравилось. Так, это первый босс. Давайте-ка попробуем с ним пободаться. Тихо, тихо. Тихо, ну зашел. Так. Понятно. Ну, как вы понимаете, первичный босс просто встреча для того, чтобы тебя наказали, убили. И показать очередную заставку. Очень долго прогружается. Ждем. Провалился я под низ. Лежу себе, отдыхаю. Водичка рядом. Подошла ко мне рогатая корова. Она же лошадь. Она же пегас, преобразившийся немного. Понюхивает меня немного. Похлопывает ушами, рогами. Не волнуйся, поток. Удачи на его стороне. Ну да, после такого боя. Мы же нашли его здесь. Кто-то из его рода непременно будет искать кольцо Элден. Даже нарушив золотой порядок. Можно немного быстрее промотать. Красивая заставка, все прекрасно, но слишком долго. Все бы ничего, но вот доска у него на шее как бы немного смущает. Фляга багровых слез. Спасибо большое. Целых три. Это неплохо. Так. Окей, окей, окей. Отважная погашая душа. Но это все я не знаю. Скорее всего, будем пока пробегать. Особо ни с чем не будем. Мы присматриваться, ознакомливаться. Я не люблю эти все тексты, так как это лампа, не гайдовые какие-то проходы. Не буду на множестве вещей заостряться, потому что и мне это особо не интересно. Больше люблю пофармить, пободаться, что-то поискать. Базовые квесты какие-то, конечно же, будем проходить. Так, отрочная благодать обретена. Отлично, кучу всего мне понадавали. Немного сложно сейчас вот ознакомливаться. Так, нет, конечно, ключ мы пока применять не будем. Так, совместная игра, это все тоже понятно, мне очень прекрасно, окей. Сложно мне пока в бою, что-то мне особо не понравилось, как мы взаимодействовали с первым боссом. Понятно, что убивать его как бы не особо-то и возможно.
Но, тем не менее, довольно сложно вообще вращать мышью персонажа, поэтому, возможно, придется еще много всего понастраивать. Хочу какой-то первый бой банальный провести, ознакомительный. Тут вот сейчас будут персонажи за могильем, поэтому с ними мы попробуем пободаться. Если все хорошо, то... Так, утрачная благодать обретена, хорошо. Введение благодати. Благодать всегда вела погасших указываем верный путь. Хорошо, спасибо большое. Так, карту мы уже открывали, смотрели, понимаем. А, да, погасшая душа, не так ли? Да, это я. Конечно, не за него, не вижу ничего постыдного. Вот только за душу у тебя ничего-то и нет. Без благодати, силы, руны и помощи соратников из крепости Круглого Стола. Тебе суждено сгинуть в безвестности. Спасибо большое. Только сказал, что не буду ни с чем ознакомиться, никаких текстов, и сразу же на первом тексте я и лажаю. Так, хорошо. Рябинка, это очень даже неплохо. Так, окей. О чем я говорил, уже не помню, поэтому как бы не будем мы на этом заострять внимание. Хочу попробовать себя в бою. О, коза есть. Давайте на козе потренируемся. Понятно, что мирная никакой сдачи она не даст, но чисто так ради себя, для интереса. Куда ты делась? Так, хорошо. Собрать так кости, все это прекрасно. Будем разбираться и с крафтами, и со всем остальным по ходу дела. Ну вот, замечательно. Пока я ее тут пытаюсь убить, она убегает. О, хорошо. С горем пополам. Врага, который в принципе не атакует, я смог одолеть. Так, у меня есть лечение. Пока мне сложно понять, как это работает, но оно как-то должно работать. Ага, все, правая кнопка мыши, хорошо. Расходуется мана. Все это отлично показывается, я там понимаю. С этим уже будет попроще. Скорее всего, мне придется добавить немного скорости. Это будет немного прерывисто для вас, но тем не менее, я не думаю, что это будет прям максимально критично. Вы особо, в принципе, ничего не будете замечать. А мне будет немного комфортнее играть. Потому что пока что игра максимально некомфортная. Очень долго мне приходится вращать, и при нормальном файте с нормальным адекватным врагом я буду постоянно отхватывать людей. Так, правая кнопка мыши у меня хил. Хорошо. Это мы еще раз проверили. Так, на всякий случай, маны у меня уже не осталось. Так, на шифт я поставил себе ускорение, как должно быть. Так, что у нас здесь? Есть кто-то, кого можно убить? Нету. Так, усиление оружия. Найдя стол кузнеца, вы можете усилить свое оружие. Хорошо, спасибо большое. Так, а это у нас, собственно, сам кузнец. Так, ты из погаших? Это я вижу. Так, что ты не собираешься меня убивать? Почему бы тебе не прикупить безделицу одно другое? Я Каля, поставщик отличных товаров. Так, что мы можем уже ему продать? Окей. Обломки руин. Он их покупает. Ага, обломки рун. Не, у меня пушит руин. Давай продадим им. Это мы только что подобрали. Не знаю, нужно, не нужно. Так, что у меня еще есть? Так, у меня есть кости. У меня есть зачаточный рог. Так, материал для создания предметов. Вот только не знаю, это то, что мне выпало, или то, что я уже подобрал. Так, ломтик мяса. Ну вот это прям вот, походу что-то редкое. Все по 10 стоит. Это прям дорогое. Так, но я пока хрень продаю. Так, это все мелочи, как по мне, ненужные. И хочу посмотреть, что же у него все-таки можно прикупить. Так, вот у него прям дофига всего. Вот хорошие шмоточки есть, потому что броня по-любому нужна будет. А можно будет нормальный кожаный щит прикупить за 600. Но вот
тоже не знаю, насколько мне нужен щит или не нужен щит. Будем смотреть, разбираться. А вот кольчуги и бронь, это все нужно будет, но для этого нужно много бабло. В принципе, если фармить этот рез, самый обычный, дешевый, то тоже можно насобирать. Но очень долго. Я думаю, мы найдем гораздо проще путь и быстрее. Так, хорошо, спасибо большое. Что это у нас? Так, ничего. А что у нас здесь есть помимо козочек? Вот этот парень с факелом. Мы его можем убить или нет? Да, мы его можем убивать, отлично. Так, ну давай. Так, хорошо. Уходь, 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 уходь. Так, два назад, еще раз назад. Хоп, развернулся, пошли ударим. Ой, плохо я ударил, конечно. Давай-ка хильнемся. Нету маны, понял, хорошо. Без вопросов, нету маны, ну это бывает. Что ж, я ж там на козах тренировался. Так, хорошо. Попробуем. Разок ударил, ушел. Так, отличненько. Давай еще разок. Хорошо, еще разок, и он умер. Отлично. Ну, в принципе, неплохо. Не скажу, что прям шикарненько. Как бы мне ману-то обновить? Кто знает. Что можно такое скушать здесь? Вкусное, чтобы возобновить ману. Так, потому что еще один такой бой, и я умираю. Потому что хочешь, не хочешь, все равно один разок, да на тебя все попадут. С этих убийств у меня мана не обновляется, и это прям критично, как по мне.